Представление спортсменов, выступающих на 20-м открытом Кубке России по тяжелой атлетике в старших возрастных группах. Возрастная группа М35. Весовая категория номер 69. Номер 1. Кондрашов Юрий, Московская область. Весовая категория 85 килограмм. Номер 2. Зюзин Роман, Самарская область. Номер 3. Литовкин Алексей, Липецкая область. Весовая категория 94 килограмма. Номер 4. Козлов Илья, Волгоградская область. Весовая категория свыше 105 килограмм. Номер 5. Селезень Сергей, Свердловская область. Участники представлены. На разминку 10 минут. Представление судей. Центральный судья Зубов Василий, город Серпухов, судья международной категории. Боковой судья Ананченко Александр, город Челябинск, судья всероссийской категории. Боковой судья Бисеров Александр, город Екатеринбург, судья первой категории. Судьи представлены. Уважаемые зрители, дорогие друзья, разрешите вручить благодарность от Оргкомитета Федерации ветеранов тяжелой атлетики Рамазанову Рафаэлю Нафисовичу за большой вклад в успешное проведение 20-го открытого Кубка России по тяжелой атлетике. Внимание, время перерыва завершено. И мы начинаем вести протокол соревнования в возрастной группе М35. Спортсмены начинают выступление в первом упражнении тяжелого атлетического подъема рывок. Установлены две штанги 70 кг. Номер 2. Зюзин Роман, Самарская область. Первый подход. Готовится номер 3. Литовкин. Подъем неудачный. Номер 2. Зюзин Роман, Самарская область. Второй подход. 2 минуты на подготовку. Готовится номер 3. Литовкин. Подъем защитом. Установить 75 килограмм. Заявка Романа ко второму, третьему подходу 75 килограмм. Установить 77 килограмм. Номер 2 Зюзин, перезаявка на 77 килограмм. Номер 2 Зюзин Роман, Самарская область, третий подход. Готовится номер 3 Литовкин. Подъем защита. Установить 85 килограмм. Номер 2 Зюзин. Результат в руке 77 килограмм. Установить 90 килограмм.
Номер 3 Литовкин, перезаявка на 95 килограмм. Готовится номер 1 Кондрашов. Установи 95 килограмм. Номер 1 Кондрашов, перезаявка на 96 килограмм. Готовится номер 3 Литовкин. Номер 3 Литовкин Алексей, Липецкая область. Первый подход. Готовится номер 4 Козлов. Подъем, защита. Номер 4, Козлов Илья, Волгоградская область, первый подход. Готовится номер 1, Кондрашов. Подъем, защита. Установить 96 килограмм. Номер 1. Кондрашов Юрий, мастер спорта Московская область. Первый подход. Готовится номер 5. Селезин. Подъем, защита. Установить две штанги 100 килограмм. Номер 1 Кондрашов, заявка по второму подходу 101 килограмм. Номер 5 Селезень Сергей, Свердловская область, первый подход. Готовится номер 3 Литовкин. Подъем, защита. Номер 3. Литовкин Алексей, Липецкая область. Второй подход. Готовится номер 4 Козлов. Подъем, защита. Thank you.
Дмитрий Козлов Илья, Волгоградская область, второй подход. Готовится номер один, Кондрашов. Подъем засчитан. Установить 101 килограмм. Номер один. Кондрашов Юрий, мастер спорта, Московская область, второй подход. Готовится номер три. Литовкин. Подъем засчитан. Две штанги 102 килограмма. Номер три. Литовкин Алексей, Липецкая область, третий подход. Готовится номер 4, Козлов. Подъем засчитан. Установить 105 килограмм. Номер 3 Литовкин. Результат в рывке 102 килограмма. Номер 4. Козлов Илья. Волгоградская область. Третий подход. Готовится номер 1. Кондрашов. Подъем засчитан. Номер один. Кондрашов Юрий, мастер спорта, Московская область, третий подход. Номер четыре. Козлов. Результат в рывке 105 килограмм. Готовится номер пять. Селезень. Внимание участников соревнований. Между рывком и толчком перерыв 15 минут. Подъем неудачный. Установить 115 килограмм. Номер один Кондрашов. Результат в рывке 101 килограмм. Номер пять. Селезень Сергей, Свердловская область. Второй подход. Thank you.
Подъем засчитан. Автоматическая надбавка 1 килограмм. Установите штанги 125 килограмм. Заявка Сергея к третьему подходу 125 килограмм. Номер 5. Серезин Сергей, Свердловская область, третий подход. 2 минуты на подготовку. Подъем неудачный. Выступление мужчин в первом упражнении. Рывки завершено. Перерыв 15 минут.